Привет! Сегодня речь пойдет о моей бегонии, которую я заказывала недавно клубнями. И калы я заказывала клубнями. Вот, распаковку я покажу. Пришла сегодня посылочка. Совсем по чуть-чуть заказала то, что хотела заказать когда-то давно. Такие растения в горшке живые. Они стоят очень дорого. Я решила заказать себе гиацинт. Просто луковички, да. А, я угадала. Нет, не гиацинт. Смотрите, как классно упаковано. В общем, сам клубень, он как бы в Корее, да, там мелкая кора. Название. Это очень темная кала, я ее хотела. Я ее видела в горшке, она очень дорогая. Я решила заказать себе клубнем. Клубнем очень дешево, очень. Поэтому буду проращивать и садить. Тоже один сорт калы темной. Она чем-то похожа на предыдущую, но немножко оттенок другой. Так. И очень хотела бегонию махровую желтую. Очень хотела. Нигде ее не могла найти. Тут оба-на, все в одном магазинчике. А, это мне мою любимую прислали в подарок. Просто подарок. И заказала для орхидей. У меня закончилось кокосовые чипсы. Буду добавлять в кору. Они очень хорошо держат влагу. У меня очень в комнате сухость. Такая маленькая посылочка. И фотографии этих растений я вставлю. Еще хочу посадить предыдущие свои растения, которые я заказывала. Все, никак у меня руки к ним не доходят. Хочу их открыть и наконец-то посадить. Потому что я так понимаю, что их нужно будет еще замочить предварительно. Темная-темная кала. Это она? Боже, какой клубень высохший. Очень высохший. Ой, я не знаю, что с него будет, но он живой. Живой, и есть две детки, как бы. Короче, я сейчас это все замочу. Вот в таком он, кстати, сосновой коре хранилась она. Так, ложу ее обратно, чтобы не перепутать сорт. Вот, я просто хотела вам показать, как оно выглядит. Вот такая вот кала. Название. Вот такой вот клубень. Тоже сухой-сухой. Боже, хоть бы пророс. А, покажу, если прорастет. Буду надеяться. Обязательно. Буду держать вас в курсе. Так. Тоже мелкая кора. И то, что я очень давно хотела, это желтую бегонию махровую. Она уже с почками, гляньте, какая прелесть, ничего себе, это точно вырастет, какая она такая волосатая, как гнездо, вот такая она, бегонию я точно не перепутаю. Все, буду я садить свои растения, всем пока. В конечном итоге, что у нас получилось, вот она зацвела. И цветет она простыми цветочками. Листья у нее очень красивые. А заказывала я ее как махровую. Единственное, что сошлось, так это цвет. Желтый цвет. Вот так. Мне моя знакомая говорит, что еще не все потеряно, что возможно махровые цветы, потому что ее бегония цветет, поочередно выпускает простой цветок и чередуя
с махровым, но моя нет же, моя уже, я не знаю, цветок третий, четвертый, и он у нее простой. Что у меня получилось с калами? Вот, посмотрите. Один клубень вообще не пророс у меня, а один вот такой вот. И это совершенно не кал, совершенно. Я заказывала две цветные калы темного цвета. И, ну, короче, я расстроилась. Бегония не махровая, ну, бог с ней, с бегонией. Она тоже интересная. Но каллу я очень хотела темного цвета. Вот. Но у меня, походу, не калла, это 100%. Это какой-то, как же называется, этот, женское счастье. Его еще в народе называют. Спатифилум. Вот. Похожи очень листики. Может, кто знает, напишет. О, короче. Магазин был вроде бы престижный, упаковка классная, как вы видите на кадрах, все серьезно упаковано. Я вообще не ожидала, что меня ждет такой подвох. Вот так вот. Ну, придется мне написать им честный отзыв. Вынесла я кое-какие цветы на балкон. На балконе опять жара. Ну, смотрю, кактусу нравится. Розовый кактус Алинки. С моей целогиной. Вот такой вот в этом году. Не очень красивая картина. Но она дает вот новый рост, вот новый рост. Ну, сама какая-то она не очень зелененькая, как была в предыдущем году. Надо ей купить ее любимое удобрение. Кто-то меня, кстати, спрашивал, чем я ее удобряла, когда она была красивая. Вот, закажу ей ее любимое удобрение. Я ее и поливаю удобрениями для цветения. Вот, калийными. Но нет, она у меня как замерла. Ношусь с ней по всем окнам. Ищу ей свет нужный, все, температуру нет. Не цветет пока. Вот, жасмин. Жасмину очень понравилось тут на солнышке. Такие они вон. Молодые пошли листики, а вот такие были дома. Вот он не больной, ничего, я посмотрела, вредителей нет. Вот. У меня после пересадки еще немножко приходит в себя. Коты подрали мой цимбидиум, ободрали его, попереломали, я его немножко обстригла, сейчас он приходит в себя в ужасном состоянии. Но я смотрю, там идут новые росты. Но он какой-то у меня тоже. Одно время даже был засушенный очень. Я его пересушила. Да. Ну, это я вам хотела заснять немножко про бегонию. Про этот заказ странный. Нет, он не странный был. Он был нормальный. Хотела показать, какой получился итог этого заказа. Так что да, все, пошла. Манюня меня вызывает. Мика отдыхает. Котята разъехались. 8 котят она меня родила. Ужас, ужас, ужас. Это, конечно, детский сад. У меня своего детского сада хватает. Тут еще Мика со своим сюрпризом. Очень худая. Сейчас она у меня на усиленном питании, витаминах и отдыхах. И что вы думаете на отдыхе? И что вы думаете? Она уже 3 раза после котят просила кота. Темперамент этой кошки меня просто не перестает удивлять. Это какой-то капец. Тебе 8 было мало? Мне хватило. Слава богу, у котят очень классно обеспеченные хозяева. В хорошие ручки все разошлись. Так что я спокойна. Все, бегу.